Новый год. Потихоньку надуваю шары. Может, ты мне поможешь? Я? Помочь? Нет, конечно. Тебе надо, ты надувай. Так нечестно. Подарки-то получать будут все, а я один буду тут комнату украшать. Помогай, я сказал. Ты мне больше не друг. Отойди, я сказал. Я мультики смотрю. Ах, мультики смотришь. Ладно, я все понял. На, получай. Ну и зачем мне этот шар? Боится. Так вот почему ты боишься шарики надувать? Я знаю, что нам нужно. Говорят, под Новый год происходит волшебство. Да не, волшебства так просто не происходят. Происходит, потому что это волшебный праздник. Хелпик, чтобы ты стал смелый и перестал бояться шариков, нам нужен сам шарик. Нам нужна золотая краска и много золотых монет. А где взять много золотых монет? Хелпик, я накопил много монет. Вау! Хелпик, смотри, как их много! Вау, это же настоящее золото! А может, лучше потратим их на игрушки? Нет, Хелпик, нам надо тебя спасать. Мы будем тебя избавлять от страха лопающих шариков. И что нужно для этого? Нам надо вызвать царя шариков. Отдать ему все золото. И тогда он тебя избавит от страха, и ты будешь смелый. Хелпик, а сейчас мы будем аккуратно складывать монетки. Будем рассказывать золотой краской. Хелпик, давай побежали в ту комнату, а тут оставим как есть. Пусть прибудет царь шариков. Как только этот шарик лопнет, мы придем сюда. Если золотых монет не будет, то значит твой страх исчез. И зачем это? Да как зачем? Ты мне будешь шарики надувать и квартиру украшать к Новому году. Все готово, побежали скорее. Хелпик, сработало. О, Хелпик, тут записка. Так, сейчас прочитаем, что он там написал. Царь шариков. Спасибо вам, ребята. Рома, Рома, что там? Да ты погоди. Теперь Хелпик не боится шариков. Я ставлю вам 5 монет на подарки к Новому году.
Ура! Хватит радоваться, иди лучше шарики надувай.